Леса, реки, деревни, монастыри, старинные усадьбы. Все эти образы Сергей Скачков бережно собирает и отражает на холсте. Химкинский художник побывал в самых живописных уголках нашей страны и делится ее красотами через творчество. Персональную выставку Сергея Скачкова можно увидеть в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Сочетание православия, красоты наших традиций сочетается с красотой природы, с их яркими проявлениями. Вот этот синтез, вы знаете, он очень трогает душу. Процесс создания картин – дело не быстрое. На подготовку к выставке уходит 2-3 года, делится Сергей. Говорит, природа – главный источник вдохновения. Она гармонична, прекрасна и непостижима. Когда ты сталкиваешься с природой, она сама тебе подсказывает и рассказывает о том, что она есть, какова она, какой у нее характер. Если ты выбираешь какой-то пейзаж, который чем-то тебя трогает, это составляющие там пригорок, деревья, там снег, речка извилистая, или она тихая. Если это трогает тебя, ты сразу интригуешься тем, чтобы это все написать. Познакомиться с творчеством Сергея Скачкова можно в «Артишоке» до 19 ноября. Музей работает с 10 утра до 6 вечера, со среды по воскресенье. Вход свободный. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.